опять затуплю. Мои нервы снова сдают, а я опять затуплю, а я стою на краю, а я опять затуплю, мои нервы снова сдают. Так, сегодня новый спидран. Новый спидран Alt-F4.2. Сейчас попрет новый спидран. Enter на фамилию. Я не хочу свою фамилию вам писать, американцы. Введите фамилию, написано. Your фамилия. Сосачки там с каким? Секс. Кстати, а, нормально, да. Люблю меньше, чем 3. Где выращивается искусственное? В твоей жопе, так, на той же земле. Введите фамилию. Фамилию не буду писать. Из магаза и от бабки. Одно напишу и то же. Никнейм. Ух, черт, Мерседес говно. Ю фамилию, типа, понял, фамилию. Но ты, он лут, ух. Фамилию надо? Не, погоди, сука. Что-то я не понял. Тут написано Unloot R2-20 English Letter. Unloot R2-20. Не понял, 20 букв надо? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ты чё за хуйня, блядь? 20 букв писать или чё? Так тут даже не помещается 20. Так оно не поп. Латва, лакос. И чё? Подожди, ну чё это, чё это за бред? Влад Балакас. О, ля, надо было нам вниз, ну, туда. О, сигаретка. Заткни рот, Мария. Здравствуйте, Валерий Альбертович. Это разработчики игры Alt-F4.2. Сообщаем. Да. Что вам запрещено играть в данную видеоигру, так как вы до сих пор не прошли предыдущую версию. Нет, игры. Не считается. Я потому что чуть-чуть перепрыгнул, туда-сюда делаю. Я не постоянный мужчина, понимаешь? Есть такая пословица, то, что у нас временно, то у нас постоянно. Понимаешь? Везде в жизни так оно и происходит. Да. Да вы не смейтесь, он реально так играет. Сноураннер. Ой, боже, еще в сноураннере тебе не хватало. Давай во всех играх затупи сегодня, блядь, чтобы уже поставить рекорд. Все игры протупи сегодня, по 2 часа посиди в них, блядь, ничего не сделай. На одном месте попрыгай, выходи. Сейчас будет Alt-F4, потом сноураннер, опять там же упадешь. И потом еще, чтобы добавить, как говорится, это самого прыгающего мальчика туда же, в одном месте. И все, по 2 часа как раз вот нормально. Да, Куплинов бы, наверное, заплакал бы и вышел уже давно. А я стойкий, я мужественный. Зяблы, хватит клеветать на деду. С каждым стримом он все более и более прогрессирует в игре. Да. Если в первом Alt-F4 ему понадобился год, чтобы потратить 150 рыцарей, то теперь у него на это ушло 2 часа. Чего? И это плохо или хорошо, не понял? У меня никакие нервы, блядь, не работают вот здесь! Я не могу уже здесь играть вообще! Меня все это затрахало по всей игре! Я не буду выходить, когда я проиграю сам себе! Тогда я трус! А я не сдамся, сука! Бархатные тяги, вестники разлуки. Трич сразу нахуй предупреждаю, пошел нахуй отсюда. Сегодня он поток не для нарезки, понял, чмошник? Уже вот тут падла не лазит, лазит, ищет, выискивает, сука, что-то. Где отсюда, быстро ушел спать, на завтра в школу, туду, пошел вон отсюда. Здесь секретка, все, ничего тебе нету здесь.